Он здесь. Боги, спасите. Он пришел. Он здесь. Здесь! Здесь! Помогите! Помогите! Защищайте императора! Я, генерал Август Германии, приказываю вам защитить императора! Ну что, всем друзья, привет, у микрофона Дмитрий Феникс, мы сегодня начинаем прохождение Рима. Великий, хороший, отличный эксклюзив от Crytek, который был когда-то на консоли, пришел на ПК. Итак, сейчас мы, наверное, уже начнем играть, контрольная точка, да. Так, обучение, как что делать, давайте привыкать к этой боевой системе. Собственно, это прохождение будет идти именно ради сюжетной линии. О, бонусы какие-то. Давайте включим. Так, добить. Ага. О, как геймпад вибрирует. Ничего себе. В общем, научился я драться, но более-менее, так скажу. Управление... Смотрите, какая красота. Обалденные текстуры, все высокого разрешения. Next Gen, собственно. Мы должны пробиться ко дворцу, спасти императора, Так, здесь надо играть на контратаках, как в любом ассасине, блин, а не получать по щам. Здесь, собственно, в такой боевой системе надо привыкать. На тебе с ноги, еще щитом получи. Очень он быстро реагирует все на происходящее с помощью этого щита, вообще... Нужно бежать дальше, вперед. Там наверху император, надо его спасать. Не самые лучшие деньки наступают в Римской империи. Какая там красота, там внизу люди, вы посмотрите, обалдеть. Там внизу. Смотрите, все друг с другом сражаются, и все это очень круто выглядит. Варвары подбираются к воротам дворца. И самое классное, по-моему, на консоли русской озвучки не было. Она появилась только вот сегодня с выходом на ПК. Легионеры стоять. Варвары дикие были, конечно же. Вообще не лучшие времена, на самом деле. Деньки были у Рима. Хотя, несмотря на то, что у Рима более опытная армия. Но, к сожалению, из-за этих правителей. Или к счастью, может быть. Не знаю для кого. Так, надо сбить и лестницы по ходу дела. Давайте еще... Вот это вот сбросим. Играем, повторяю, что мы ради сюжета, а не ради высокого какого-то уровня, высокого скилла. Ого! Нифига себе их. Ладно. Идем дальше. О! На тебе щитом, на! Все не привыкаю, не ту кнопку привыкаю к ассасину, как контрудар делать, а здесь по-другому немножко управление. Видите, что я играю с геймпада. Так, нажмите левый борт. Ничего. Чтобы заказать римлян. Ничего себе. Как в Макдональдсе. Ладно, нажал. Оба. Идем спасать императора. А вон и варвары прибыли новые. Еще пачка. Ну, в основном там кто? Германцы, бретонцы. Так. Что с обороной, солдат? Есть. Большая часть 18-го легиона может сражаться. В вашем распоряжении 3 вспомогательных отряда. Скорпионы, лучники и катапульты. Скорпионы, собственно, это кто такие? Ага. Организуйте защитные построения. Вот это да. Да что, еще и строить надо?
Окей, и что? Так, а прикажите своим людям закрыть разрыв и защищайте правый фланг. Вот это да. Ух ты, мне пострелять что ли дадут? Так, нажмите удерживать РТ или приближайте для стрельбы. Уничтожайте мерцающий объект, чтобы нанести урон. Окей. Ну-ну. Как прицеливаться там было написано? Ага, зажимаю. Стреляю. Зажимаю. Блин, с геймпада стреляйте, знаете. Они обходят нас с фланга. Отряд идет на юг. О-о-о. Черт, я стреляю, стреляю. Залп давайте сюда. А, автонаведение. Подождите, он же мне сам наводится на бочке-то. Чё я туплю? Залп давай. Блин, он со всех сторон спасает. Смотрите, варвары повсюду. Есть у меня еще. Залп давай. Давай залп. Не до конца понимаю, что от меня требует, но... А, надо попасть вон туда, я так понял. Так, дальше что, куда? Держать, держать строй. Ага, вижу, все, туда шмальнуть. Огонь! Не попал, по-моему. Давай залп. Так, а вот это что такое подмигивает? Ага, огненная смесь, чтобы они не прошли. Смотрите, сколько этих варваров. Бригада не выдержит. Понятно. Да вы видели это количество? Вы же легионеры, твою мать. Как в ухо ему. Я люблю автонаведение. Залп давай, залп. Как вот стрелять-то? Вообще непонятно, своих-чужих стреляй, но... Так, прикажите катапульте стрелять по позициям. Катапульта, огонь. Катапульты, стрелять! Ух ты. Ух ты. По-моему. По-моему. По нам стреляют. Войдите во дворец. Отступаем ко дворцу. Черт, меня скинули. Блин, вот-вот-вот вам варвары. Какие-то варвары, господин, которые, в принципе, воевать не умеют. Дворец прорвалась лишь горстка врагов. Лишь горстка врагов. Все-таки они есть там. Так, у вас достаточно отваги для покупки первого улучшения. Чтобы открыть улучшение, нажмите. Ну, нажал. Так, давайте купим какое-нибудь улучшение. Есть ярость, здоровье. Здоровье давайте сначала увеличивать. Например. Приобрести отвагу. Я и приобрел, да? Сколько у меня сегодня денег-то? Я там приобретаю. Но пока до сих пор не особо понимаю, сколько у меня всего сейчас денег. И ноль, что ли, да? Ну, что-то я там улучшил. Так, продолжить кампанию. Открываем вот замок. Здесь. Помогите, я приказываю. Император. Враг прорвал оборону дворца. Меня не волнуют варвары. Меня волнует он! Я отведу вас в надежное место. Кто надежное? Его волнует? От этого демона не скрыться. Нужно отвести вас в надежное место. Ваши покои. В покое? Нет. Нет. В сокровищницу. Сюда. В сокровищницу. Сейчас увидим императорскую сокровищницу. Вперед! Так он, интересно, щитом бежит. Почему дверь закрыта? Вот-вот, почему? Ты же тут император, ё-моё. Там кто-то есть. Так, нажмите Y. Давайте сломаем. Тебе открыть ее. Ага. О, а тут уже сражение. Так, чтобы получить больше опыта за казнь врагов. Ага. Окей, включим. Генерал идет! О! Че, блин, не ждали? На! На! Ай! На! На тебе кишку. На. На тебе по чайнику. На, насквозь проткнул.
Все, никак не привыкну к контратакам, что тут на А. На. Ух, как, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Давай, давай, кто? Интересно, себя камера тут ведет. Что, и ворачивается, а? Ты что ворачиваешься, варвар? Кон он, ёпта. Сейчас сзади зарубит меня. Да ну на тебе. Так, так, так. Опа. Не ждан, да? Ты как уворачивается, а если так? На. Ух ты, как красиво. Проводить император в убежище. Император, где вы? А где император-то? А вон тот толстячок, это император. Давай, давай, давай. Так. Убейте предварителя варваров. Сгори, римляне! Что же вас говорить, ты научил? Ух ты, как они, смотрите, что наделали. Ну давай, давай. Так, чтобы уйти от сильных атак, нажмите Б. Окей. Давай, 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 подходи. Ну же. Мимо. А вот так. На щитом. Давай, давай, иди сюда. Мимо. На щитом получил. На! На! Ух, как красиво. Обалденное добивание. Сюда! Быстро! Что же там? Вперед. Вперед же. Вот. Вот. Ничего себе, как тут все, да? Кто такой Дамокл? Дамокл миф. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. Я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасный император. Насколько это возможно? Да, слава богу. Отличный, кстати, неплохой перевод. А ты? Как твое имя, солдат? Марий. Марий. Но мое имя не важно. Важна моя история. Отец говорил, что судьбу дают боги, но путь мы выбираем сами. Ваша судьба — быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Как это все стало похоже на фильм, когда вот с Next Gen вышли все эти большие текстуры. Отец. Марий. Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой. Добро пожаловать. Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О,
Александрия. Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Неплохо. Так. Приготовься. Сперва заставь меня раскрыться. Давай. Пробить защиту, нажмите Y. Так, нажмите X, чтобы ударить. Удар. Снова. Удар. Ух ты. Мари, чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться. Ну? Вот так. Отлично, сынок. Еще раз. А теперь ударь меня. Трижды. Трижды, ну окей. Заставь меня раскрыться. Еще разок. Ладно. Отлично фехтуешь. Приготовься. Еще, по-моему, отлично. Так. У тебя всего мгновение на выпад. Ух ты. Я увернулся, чтобы... Окей, давай еще раз. Оп. Ну как? А так? А еще? Соберись, парень. Время решает все. Снова. А так? Жди возможности. Попробуй еще. Выполните одно идеально. Здесь нужное время. Ух ты, надо еще время попасть. Отлично. Колизей, смотрите, на заднем плане. Обалденно. Ух ты, как красиво ты все, обалдеть. Теперь комбинируй движение. Комбинируй движение. Давайте пропустим. Двигайся, Марик. Я вижу, что очень удобная система боя. В принципе, она очень простая сделана. Вперед! Объединяй движение. Ударь, заставь меня раскрыться. Чтобы продолжить попытки, давай нужно снова пропустить бой. Ну, я, в принципе, понял. Да, давай пропустим. Вот так. Мастерски. Хм. Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, такое бывает. Ты владел мечом, но не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой Битвы трусливые генералы бросили его. С греками, кстати, дерется. По
после смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный Центурион отомстит им за все злодейства. Септима! Варвары! За мной! Походу, римлян варвары постоянно терроризируют. Ну что ж, ребята, на этом первую серию мы закончим. И, по-моему, история рассказывается просто обалденная. Я смотрю это, и это похоже на какой-то такой вот фильм. Это так круто, блин, захватывает просто. Хоть и боевка немного простая, но вот сам рассказ, все повествование, это просто это сказка, это фильм какой-то, блин, это реально очень круто. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.